Меня зовут Диана Березина. Я получила степень бакалавра в 2015 году по направлению лингвистика. Я сейчас являюсь главным менеджером Центра поддержки экспорта Архангельской области. И в мои обязанности входит организация международных мероприятий, таких как выставки и бизнес-миссии, и в том числе поиск иностранных партнеров для региональных компаний. Поэтому мое образование сыграло ключевую роль в получении этой должности. Кроме этого, я часто путешествую, и за период моей учебы на ИНЯЗе я параллельно училась в Норвегии и даже езжала туда на полгода. Я хотела бы пожелать всем студентам и будущим выпускникам иностранного факультета непрерывно учиться, потому что никогда не знаешь, где ты можешь оказаться в своей жизни по учебе или по работе. Язык, он открывает все двери. И также хотелось бы отметить моего любимого преподавателя, Коноплёву Татьяну Олеговну, которая всегда могла принести праздник в процесс обучения и сделать все наши пары максимально интересными.